Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию «Супер спасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Ребятушки, слушаем трек «Дуэт». На блоку, сука! А, бля, кончу, тут хочешь? Ладно, давай, пока. Мама, мой путь начинает с того, что я снимаю аналит. Я буду как хотелку, только если у меня есть парень. Я живу с кайфом, потому что я кайфарик. На мне фейл, Энджелс на плече, остров и камень. Эй, я тэкл твою тёлку. Эй, она стонала. Ребятки, ну остановлю, музыка шикарная, ребятки. Интересно, мне нравится, красивая такая. Красивая музыка, ребятки. Голос очень красивый, ребятки. Мне понравилось в начале трека, ребята. У него был диалог. С кем бы диалог, я, конечно, не знаю. Это просто, наверное, такая фишка, ребятки. Ну, красивый голос. Красивый разговор, ребята, да? Слушаем. Эй, ты был просто куколдом, у тебя рога, но ты никогда не будешь голосом. У меня никогда не было девушки, а я сейчас сексом для шлюх. Знаю по метам, как будто играю фифу. В моей кристалле твои тёлки, я кручу фифу. Эй, как было ты мани, ты же классный, ты же в бибу. Кидаю грязь на биты, не посадил в кашу. Оп, хорошо, тов, но он не горшок. Мой друг был бит, это был электрошок. Твоя сука доска. Ребят, ну красивые голоса. Красивые, молодцы, ребятки. Прям прелесть. Два голоса. Ну, мне нравится. Сейчас красивый тоже голос, да, какой? Прям такой сладкий, да? Сочный голос, красивый. Филгип, я Тайшон. Я не дал денег, шоу, типу обидел по теме. Багирую твою фу, дешевую, и пизда не торгует эфиром. Если был на теле, был бы опа прямым эфиром. Ладно, настоящий вигас белый, будто они облились. Не прошла речь про твой фемтон, говорит, не о чем. Послушав твою демку, и она не очень. У тебя стол хуй на этот трек, но это мелочи. Мы витов ебали больше, чем ты девочек, yeah. Какая тебе биржа, вот твой себе брокерский счет. Я твоей тёлкой. Чего, блядь? Ой. То есть твоя тёлка мне сейчас сосёт. Ладно, переклинил, он крутил типа в ковёр. Лейма хасы грошами, но не монетный двор. Блять, я школьник, нега, у меня в карманах много швов. Твоя сука, трёхкомнатная квартира, вот это простор. Ты душок, и тебе носит лекок спортив. Упался в прополке, как в поезде, локомотив. Попал ща в бит, мне ща фартитки. Типа помять стены, буду у них ща стратив. Я убил бит моря за то, что он скинул бит без тайраута. Ща жёстко отупел, будто всадил себе мозг даун. Отложил свой релиз, я положил на него курс. Твои друзья крисы, похож, что ты отобуй. Не стучу даже двери, я не хочу быть с нищим. Батусь перед бомжами, мол, в локе у меня есть пища. Наш рэп отчает по кругу, поэтому мой рэп отличный. Изменяю свои тёлки, только если с наличкой. Так, ребятки, очень интересно. Мне понравилось, ребятки, дуэт. Это значит, два человека поют дуэт. Два молодых человека. Голос очень красивый, ребятки. Они подходят друг к другу. Красиво у них получается в дуэте, ребятки. Молодцы, молодцы. Музыка классная. Голос шикарный. Там немножко есть то, что мне вот в словах-то. Ну, ребятки, я... Это современный стиль, ребятки. Ничего не сделать, ребятки. Я немножко это отпускаю, ребята. А говорю вот про музыку, про голос. Ну, классно, ребята. Молодцы. Голоса чудесные, ребятки. Профессионально. Профессионально, да. Вот прям можно сказать, профессионально они. Видно, что они старались, да? Видно, что они работали над треком, да? Видно. Ну да, что они да, вложились что профессионально. Вложились, да. Мне очень понравилось. Очень и музыка, и голос. Ну, единственное, что там было, да, я сказала. Ну, это везде, это нормально. Это везде, ребятки, я ничего не могу сделать. Если такое не хочешь, надо слушать песни да, 90-х. Да, да, ребятки, молодцы. Это современные. Да, молодцы, ребятки. Рекомендую, друзья, молодцы.